Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет-привет! И мы продолжаем играть в Sniper Elite Nazi Zombie Army. И куда-то мы сейчас спускаемся, как в какое-то метро. Так, в предыдущей серии мы активировали вот это вот, собственно, луч какой-то, да? Ага. Нужно к нему бежать, видимо, смотри. Смотри, как кровь тут капает. Ничего себе. Не, посмотри наверх, в небо. Да-да, вообще. Пошли. Тут звуки, конечно, не из приятных. Да. Это финальная глава, ребят. Это вроде последняя миссия. Ух, твою уже тебе. Ё-моё. Так, все. Убил. Боже, чуть сердце не стало. Нам напугал, зараза, так что капут. Так, ну что, ты вниз спускайся, нет? Ща. Побежи. Ну что, ты вниз спускайся или что, ждать тебя еще? Оу. Ничего себе, что давай, это? Давай, что это за причуда-то? Я справа, ты слева. Наоборот, так. Я слева, ты справа. Так, окей. Так, есть хэдшот, бич. Ух ты, зараза. Все замечательно. Напугал. Нам тут выходить или так, дальше куда-то? Ну да. Нет, видимо тут. Нет, видимо дальше. Да. Это просто патроны. Нет. Я же забыл. Нет, вот так. Тут, через окно. Определись. Да не, я просто так, не знал где. Я понял, так давай отобьемся сначала. Ну да. Через окно выходите разве? Ну давай сначала, значит, подбиваемся. Да, я уже как-то вылез. Ну да ладно, я тоже. Не привыкли вы сидеть на одном месте. Так. Отлично. Так, есть. Вот так вот. Есть. Так, второго зацепил, нет. Отлично. Так, кто-то еще там. Как-то красивее стало в городе, да? Смотри, на голове. На луну там. Угу. То есть да, смотри, как красиво стало. Так. Нельзя было, да, серии это все так красиво сделать. Так, нам сюда спускаться, да? Угу. Кстати, да, это первая глава, в которой воу, все так красиво. Так. Ну что, надо, наверное, вместе, да? Ну да, я тебя жду. Встать. Так. Сейчас, короче, это все тут пооткрывается, так что. Наверное. Ух, найти 5 ключей черепов. Так, ну что, пошли. Нам нет, нам даже не сюда, нам нужно вот туда. Да, смотреть. Нам нужно наверх. Ух, ты ж. Мне на поверхности все это дело искать. Давай не будем отвлекаться на мелких. Пошли сразу же. Ну да. Потому что чувствую, глава будет очень долгая. Да, финальная же. Все же. Так. Ну что? Так, в метро. Это типа как добро пожаловать в Диснейленд, понял? Там только что светилась эта надпись. Ух ты. Так, что это? За чудо. Там. Пулеметчик. Или кто? Да. Так. Есть. Минус. Ну, в принципе, мы натренировались, да, уже? Ну. Он нам не страшен. Ничего себе, он тогда туда-сюда. Так, сзади нас еще есть. Я пока разберусь с пулеметчиком, ты смотри за мелкими. Так, есть. Есть. Отойди лучше, мне кажется. Меня все. Просто мелкие били. Замечательно. Так, ну что, пошли. Фух, так. Ну что, давай. 5 ключей, что-то мне кажется, это реально надолго, можно и так сказать. Так, подожди, я лутану тут. Все, пропало. Нам все ниже и ниже спускаться. Это очень плохо. А, кстати, тут говорилось, да, в описании этой главы, что вы должны спускаться ниже и ниже, да? Ну, что-то такое. Оу. Так. Так. Замечательно. Так, смотри, давай лутанемся. Тут есть у нас. Это книги. Нет, ну был. Давай, зачитай. Нет, были патроны. Тут чуть-чуть набыло. Все это дело. Так. Это еще кто? Камикадзе. Ну пусть они сами взрываются. Да. Может им нравится. Так. Тут оторванное тело лежит. Но и где-то, я не знаю, в другой стороне. Ух ты, как же тут атмосферно, да? Да.
Ах, не вижу из-за огня, вот. Да. Есть. Отлично. Сзади заспал. Давай быстренько подбираем вот это вот сидело. Давай ты подбирай. Нет, оно пока не подбирается. Так. Зачистить территорию. Смотри, да. смотри, что это? Где? Смотри. Что это такое? Оно этот, оно подойди к нему. Нельзя. Да, нельзя. Скелетоны. Я понял. Ну, в общем, чистим вот это вот все дело. Так, охренеть, они быстрые. Угу. Так, давай станем тут. Тут вот патроны. Вот, возле забора, иди сюда. Тут патроны, если тебе нужно. Нет, мне не нужно. Давай возле забора станем вот тут вот, где мы пришли. Меня чуть не убили. Так, меня зажали просто возле двери. Не, плохая идея возле двери стоять. Так. Отлично, сзади еще. Я вижу. Так, пожалуй, нужно взять то ли Томпсон, то ли еще что-то, потому что со скелетами бороться тяжело. Ну да. Есть. Но все равно продолжай со снайперки стрелять. Уже по привычке. Есть. Так, обычные зомби пошли в дело. Ничего себе. Будет сложно. Ух, ну финальная миссия. Еще 5 таких точек, прикинь. Да. То есть все это дело... Нужно провернуть грамотно. Наконец-то. Фух, смотри, скелет. Патроны иди бери, если. Так, надо. Ну что, вот скелет нужно подобрать. А, один. Сжечь. Все, его жёг. Ты слышал, да? Плач какой-то. А, нет, нам вот дальше, смотри, дверь какая-то. Что это за дверь? Потому что там закрыто. Пошли. О. Осторожно, потому что там могут быть камикадзе среди этих. Колючек. Так, замечательно. Так, можно это все дело поменять. Где дробаш? Если найдешь, кричи. Так, а где лучше патроны к снайперке? Офигеть. Снайперки патроны нету. Так, а, все, нашел. Выходим? Одно. Да. Да, атмосферно тут, конечно. Да. Тише. Воу-воу, ребята, полегче. Так. Тут мне комарь в комнате атмосферу понял. Портит. Просто летает. Так. Ух ты, как их оперативно перебил. Мне даже ничего не оставил. Я еще обидеться могу. Так, есть патроны, если что. Подбирай. Да мне, в принципе, не нужен. Мне пока тоже. Пока что. Что это за самолет? Это тоже что-то такое. А ну, побежали быстренько на вторую точку. Нет, камикадзе. Да чё ж ты, за непруха ты такая. Есть, попал. По одному. Снайперы. Так. Да ёлки, что тут творится? И таких 5 точек нам еще? Да. Что тут творится? Так, пошли быстренько внутрь. Потому что мы, собственно, не удержим это все дело, когда будем в открытую все это делать. Так. Ты где? Подожди, я сзади тебя, не волнуйся. Так, они вот, смотри, снайпер? Сзади забора. Так, я пока перебиваю мелких, которые вот тут вот. Да, нам все равно придется обходить. Ну, фиг его знает. Че ты идешь? Отлично. И таких 5 точек вы что, да, ребята? Вот я тебе об этом и говорил. Надеюсь, справимся. Смотри, нам как раз сюда, где повешен вот этот чувак. Посмотри, да, как ему руку полностью. Смотри, тут сразу две вот эти. Шматовали, и одна косточка висит. Вместо руки. Кисть. Так. Отлично. Давай сюда. Так, ну что, пошли. Твою! Даже меня зацепило. Они, наверное, сейчас так везде будут выпрыгивать по пути. Еще чуть-чуть и было плохо. Давай не будем спешить. Ну да. Ух ты! Потихоньку. Так, так, гранатка, собственно, есть. Да не нужен. Да я вот за 2-3 серии предыдущих ни разу не пользовался гранатой. Потому что мы их перебивали и так. Ну да. Так, что быстренько лутаемся.
Отлично. Отлично. Так, тут еще есть. Так, еще. Фу, замечательно. У меня снайперка при фул патронах практически. А у меня нет. Облутал. Все, теперь фул патроны. Так. Кто там? С этой стороны что-то рычит. Да. Зомби. Минус. Так, еще раз он. Отреспавнился. Так. А что это, ворота закрылись или что это такое? Ты видел тень какая, да, сразу стала? Ага, вижу. Что это, закрывается-открывается что-то, да? Ну, похоже. Да-да-да, вот, врата закрывается-открывается. Или лифт, что это такое? Ага. Угу. Только толку ему закрываться-открываться, если все равно нам туда... У-у-у, меня еще чуть-чуть и убили. Ты что? Так, как-то я не заметил в темноте это все дело. Так, пошли. Так, есть. Ты за мной? Сейчас, пока что нет. Мне патроны бы нужны, а... Да туда лучше не лезь, тут лучше лутайся. Тут зомби. Отлично. Идем дальше. А вообще сюда? Да. Так. Ну если зомби появляется, значит сюда. Нет, что-то мне кажется. Так, нам, другую, нам в другую сторону. Да, ну, мы же поднимаемся наверх, нам сюда. Ну да, 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 да. Значит, в другую сторону пошли. Видишь, там же. Завуталить. Так. Там же вот. Как-то все запутано, да? Ну да, вообще. Ну, метро. Так, 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 так. Тут открыть никак не получается. Хотя подожди. Да, не получается. Угу. Так, ну и каким образом вот это вот все сделать? Так, нужно как-то пройти, но видишь, не пускает. Да нам вообще не сюда. Да нет, сюда, я тебе говорю. Не сюда, чуть-чуть дальше. Там был проход налево и направо. А, ну вот сюда, смотри. Окей. Мы тут еще не были. Вот, да, видишь, череп тут. Да-да-да, я вижу. Так, ну что? Зачистить, зачистить. Давай куда-то вот сюда станем. Только не на одном месте. Нет, тут ну вот да, возле ворота, вот на... плохая идея. Лучше разделиться и, знаешь... На одном месте, да. Не нужно стоять. Так, я сейчас где-то отойду, где они не отреспавнились еще. Так, а теперь вот все. Минус. Минус. А. Сзади, сзади тебе. Шлифон, да, я вижу. Есть. А есть. Так. Офигеть. Лично. Да, эта точка посложнее дается. Ух. Да пошел. Хочу его без прицела по нему бить. Да. Так. Ух, лучше не нужно. Так, прикрой. Без прицела это была плохая идея. Так, 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 так. Ну что? Он там ребет, кричит. Так. Одра, баш. А ну подойдем, может, вместе. А, еще зомби идут. Скелетики, точнее. Ну, зомби, скелеты, это для нас все равно. Стоим возле черепа, никому его не отдадим. А, можно было даблкил сделать. Только что. Замечательно. Еще идут. Не так уверенно, да? No. Просто психологически действует. Ну что? Ну, я же тоже жду. Так, ну вроде бы музыка притихла. А, еще. Ничего себе. О, все, замечательно. Бери все это дело. Все, пошли. Два. Да, два из пяти. А ты пихнул, да, так ребенок, что смеется? Такой, да ладно вас, да? Ой, а, нет. Это что? Это сразу. Да, три. Сразу, три скелетика. Ну что, взять 4? Его? Да? Да, так сразу. Ничего себе. Смотри, мы-то думали каждую точку, да, так придется кровью и потом. Так, пошли. Ты думал, смотри, как на полочках они сложены. Зомби.
О, сейф рум. Я понял. Так. Ух, так, ну что, лутаемся, ну катаемся. Последний посмотрим. Череп. Если нам сразу так пару черепов дали, я да, сейчас ну, перед... Значит, сейчас будет очень-очень жарко. Так, где патроны к снайперке? А, видимо, тут. Перед вот. Последним черепом же вот это нам дали, поэтому. Угу. Так, что? Пошли наружу. Сюда, кажется. Или сюда. Сюда идем, правильно? Ага. Так, окей. Так. Ну что, теперь наверх? Ух! Так, много что-то еда. Так, отлично. Ну, мы быстренько с ними справимся. Замечательно. Сейчас, да, я пособираю. Нифига, там так, уже молния. У меня все полное. Тихо. Тут, походу... Да, идут камикадзе. Камикадзе. Подстрелил, да, подстрелил еще одного. Так. Ух. Меня даже немножко зацепили. Ну, вроде больше. Да, ничего нету. Зато тут есть. Так. Снайпер. Я понял, я пока малых буду перебивать. Давай. Так, а где, собственно, этот снайпер? Я видел, он куда-то прыгал, вот ща. Так. О, еще раз перепрыгнул. Ага, я вижу, да? Угу. Так, ну, пока что давай вот этих перебьем. А, все, я вижу одного снайпера. По крайней мере. Угу. Он на наше здание, где мы, собственно, под ним. Так. Смотри, если вот ход в какое-то здание, я зашел. Так, можно тут залутаться или что-то сделать? Да, тут есть патроны, иди сюда. Че? Тут я только что фулл лут сделал. Так. Замечательно. Тут как-то безопасно стрелять. У. Так, ну что, ты подобрал, да? Так, куда нам сейчас? Ух, меня попал снайпер. Так, перелетел. Я его засек. Ага, вот он. Все. Так, ну я еще одного вижу. Тут их много. Так. Где? Где-то вот. Вот там он был. Угу, еще прилетел. Туда он. Ну что, побежали просто на задание. Там он попадется нам. Пошли. Вот где-то тут точка у нас. Ой, я... нет. Так, пулеметчик. Давай-ка мы назад пойдем. Отойди, отойди, не стой так напро... Есть. Я понял, камикадзе. Так, ты где? А, ты забежал туда. Я ему в голову два раза попал, но в принципе... Так. Есть. Еще раз. Ну так замолчали сразу, да? Да, ну... Все, замечательно. Когда вот этот на нас прет, поэтому нужно как-то... А сильно он такой страшный. Скелетики в толпе намного страшнее. Сравнил, да? Все, побежали. Нам сюда, да? Да. Да кто меня... Это комик... Это, да, снайпер. Кстати, а, это я думал, снайпер. Ух, твою ж... Опять что выскочил, зараза. Да? Вот четвертый череп. Ой, я гранату случайно кинул, не знаю зачем. Так, четвертый череп. Ну что, подбирать можно. Все, подбирали. Подбирали. Подобрал. Теперь активировать его. Снять эзотеротическую какую-то печаль. Так, ладно. У тебя на русском переводится задание, да? Да. Угу. Давай снимаем. Положить череп. Положить череп. Я понял, да. Так. И сейчас тут, короче, босс заспавнится, да? Так, мы все. Бежать через туннели в мет. Ух ты, выбрались. Так. Крамикадзе. У меня я чуть ли не сдох. У меня и чуть ли не сдох. Я вот это как ты, да? Вот типа как ты говоришь, да?
Когда снайпера бегут. Так, о, снайпера вы сделали. Ну да, ясно. У меня. У тебя одно, у меня другое. Так. Ух ты! Это будет финал, да? У, назад, назад, назад. Слышишь, прям перед прицелом так отреспавнивается, типа ку-ку, ёпта. Такой, да. Куда ты целишься? Так. Главное, чтобы сзади не пошли, я смотрю назад, если что. Я думаю, нет, там же черепа, типа. Они их держат как-то. Это все дело. А что они делают, черепа, я даже не знаю. Ну, открыл же проход вот сюда. Так. Динамит. Нам нужно сбежать через туннели. Динамит и фул у меня. Ну что, бежим через туннели. Да. О, сейфрум. Если сейфрум, то сейчас будет. Стремно стало. Главное, чтоб не второй генерал был, да? Ну что-то мне кажется, что как раз он и будет. Да, только что-то похуже намного. Ну, два генерала. Нет, хуже двух генералов может быть, только три генерала. Да, хуже трех-четырех. Так. Так что. Так, ну что. О. Нам понял, мы такие в предвкушении даже не показали, собственно, задание. Ну, открыть ворота канала. А-а-а. Вновь на точке идти. Да. Так, пошли. Отлично. Отлично. Че, бежим сюда? Через это? Нет, зачем через это? Можно было по прямой. Давай просто пропускать их, зачем на маленьких отвлекаться. Да это нет, не давай. Отвлекайся, ну да ладно. Так. Они потом и так за нами же идти будут. Так, вот, первые ворота я сейчас открою. Это что? Это какой-то коровль, что ли? А смотри, это же вода, да? Это дамба, да, походу? Вот. Ну, наверное. И сейчас... Да, смотри, мы ее открываем. Сейчас нам нужно на второй берег. Давайте, быстро. Да, нам это нужно... наши, типа, говорят, да? Не, это немцы. А. А, это то же самое, да? Это те, которые сейчас будут. Смотри на землю, чтобы... Снайпер, вот. На 11 часов. Все, убит. Так. Вроде. Я его убил, снайпер. Смотри по крышам, потому что где один снайпер, там и больше, мне кажется. И так они летят, если что. Смотри, да, какой фонарь, то есть. Прожектор, точнее. Угу. Я бегу туда быстро, открыть вот это все. Все. А кто прожектором будет туда-сюда, видишь, по зданиям? Не знаю, снайпер. Угу, я вижу. Сейчас ликвидируем. Все, убил. Так. А, генерал. Где? Вот он. Смотри. Где? Опять черепа, наверное. Только красный вообще. Ё-моё, а мы говорили, да, хуже генерал, может быть только два генерала. Так, он только один. Ну чё, стреляем. А, замечательно. Давай ты по черепам, я буду отбиваться. Хорошо. Или наоборот. Говорились. Ну тут просто больше места, тут доступно вполне. Ну. Так, да, давай наоборот, ты по черепам, наверное, я буду отбивать вот это. Или вот давай все. Сначала всех перебьем. Да, да, кстати, мы же с вами говорили. Ни хрена себе. Так, да, давай гранаты. Гранаты, пошли, да. Дело. Охренеть! Давай назад. Куда давай. Назад? Тут прохода нету. Так, я убил 40 человек или сколько, слышишь? Да ну. Да, у меня что-то... А, нет, это 40 достижений, походу. Нам нужно... Так, нельзя стоять на одном месте. Тише, да. Смотри, если что, обманем их через ящики вот так вот пойдем. Смотри, иди сюда. Да. Че? Так, есть. Главное, без паники. Аккуратненько все делаем. Охренеть можно, да? Да. Главное, патроны где-то находить. Ты говоришь, такой генерал, я в шоке, я сначала не поверил, да? Да. Мы как накаркали. Так, видишь, он их не респавнит, то есть мы должны убить вот эту вот всю толпу. Ну, наверное. Так. Ладно. Давай, я буду... У меня патронов нету на снайперке. Так, у меня тоже на снайперке патронов нет, открою секрет. Я еще раз гранатку кидаю. И что сейчас?
Смотри, как я их подорвал. Давай, короче, назад. Помнишь, как мы делали? Давай бежим через вот эту всю толпу туда, просто назад. И давай тупо генерала вновь бить вот этого вот, пока они будут к нам идти. Сейчас, давай хотя бы вот так. Отлично, давай быстренько по черепам. Да, сейчас. Быстро. Я уже 2-3 уничтожил. 4-5. Давай, по башке. Есть, попали, да? У меня все, патронов нету. Давай поищем, давай за мной. Давай, погнали. Вот тут патрончики есть какие-то. Потому что с пистолета как-то неэффективно ему было стрелялось. Так, есть, да, патроны есть. Ух, поперли. Отойди, ща. Так. Пулеметчик! Я кидаю гранату туда еще тоже. Я 12-х убил за. Так, я 5-х только что. Ну что, давай в другую сторону. Да, вот туда бегаю, потому что у меня в снайперке патронов не особо. У меня тоже нет, у меня вообще нету. Я подобрал 100 патронов, прикинь, снайперки. А где? Я не знаю, походу там же, понял? Офигеть, а у меня вообще патронов нету. И что мне делать? Сзади. Есть, я подстрелил ее. Замечательно. Сейчас отойди. То есть не стреляй. Сейчас я тут поставлю хотя бы. Я поставлю пару мин. Так, я гранату кидаю. Фиг знает, откуда я их нахожу, но у меня они постоянно есть. Так, 6-х убил. Пошли на другую сторону, сейчас они подбегут к нам. Так, у тебя нету, да, черепов хотел сказать. Не пушек. Да, я со снайперкой как-то вообще по черепам не попадаю. Да, один убил череп. Так. На другую сторону. Пулеметчик. Ща. Давай сюда. Я одной гранату кину. Давай сюда за ящики. Когда он ближе подойдет, мы. Есть. Я, собственно. Сейчас, жди. Так. Если я ему попал в голову. Если что, прикрой меня, пока пулеметчиком займусь. Как я прикрою? Так, меня бьют. Эд, гоу на вторую сторону, быстрей, потому что меня сейчас убьют тупо. Побежали. И смотри, как мы делаем. Охренеть, сколько тут камикадзе. Я еще в ящике застрял, все нормально. Я нашел вот ту точку, где патроны. Да, я понял. А меня комарь кусает в комнате. А меня кумарят вот эти. Давай по черепам. Жара, да. Так, подожди, я тоже с пистолета, он более лучше стреляет. Ты пока стреляй, я буду отбиваться по чуть-чуть. Есть. Хотя бы там пару черепов, если сможешь. Так-то, ё-моё, что-то с пистолета никак не попадает оно. Он меня еще понял, перед каждым патроном перестреливает. Так, есть, еще по одному попал. Так. Там еще один. Мы того пулеметчика не... Давай сначала пулеметчика, может. Да, давай. Сейчас я на снайперку переключусь. И все это дело. Все. Замечательно. Давай так, по... У тебя снайпер... Так, давай. Он заспавнил их, то есть он спавнит их тогда, когда мы всех убиваем. Ну, значит, давай, короче, по черепам. Гоу на вторую сторону. Да. Пошли. Только подожди. Побежали. Что, у меня есть 2 мины, 2 динамита, 2 растяжки. Но растяжки это вообще на крайний случай. Так, значит... Блин. Не знаю, 2 мины. Последний череп не сбивай. Не сбивай, пока добежим вот сюда. Да. Растяжечка так, пошла, ну что, в дело. Да, я вот перед концом просто... Смотри, где ящики у нас, да? Да, давай. Тоже поставлю растяжку. Че, давай по черепу. Давай быстренько. Подожди. Давай. Вот так вот. Сейчас. Еще вот этих ближних перебью. Да не нужно. Просто не тратим время. Давай. Стреляем? Да. Да еще мы ее не попадаем. Да твою же. Давай. По башке. Попал. Так. Есть. Все. Есть. Лежать. Мудила. Есть. Они так орут, вроде бы люди, да? Или это и есть люди? Охренел, это да. И были люди орали, я не знаю.
Смотри, это наше, что ли, да? А, это мы и поехали, да? Ну, да. Чувак со снайпера Элита 3, видим. У-у-у. То есть мы не победили, мы просто сбежали. А то есть могут быть две концовки или что? Нет, ну просто как бы намек на продолжение, да? А, ну да, снайпер или два. Нет, мы победили, но как бы он типа обещал вернуться, типа такого что-то вроде. Ну, да. Ну что? Да, вот мы и пришли, а ну посмотри, есть еще глава. Не, вернуться в фойе. Ну что, вот мы и пришли, ребят. Все это время мы проходили только благодаря вам, потому что вы нас поддерживали. 30 минут серии у нас идет. И мы прошли первую часть, то есть если вам нравится прохождение, мы можем начать проходить вторую часть. Ставьте лайк, если хотите вторую часть. Да, и мы начнем проходить на днях сразу же, как только увидим вашу поддержку. Ну что, с вами был Эдисон, он не Фёст. Всем спасибо за внимание и всем пока. Всем пока.